Всем здрасте, мои птички, пташечки мои. Всех приветствую на своем канале на YouTube. Меня зовут Юлия Петрова. А вы попали ко мне на канал, дорогие мои. Я желаю вам, конечно же, приятного просмотра. Старайтесь не сильно напрягаться во время расклада. Расклады не для того, чтобы вы там сидели и переживали всю свою жизнь. Это от начала до конца сидели там как-то, мучились и страдали. Конечно же, расклады нацелены на то, чтобы иногда в себе разобраться, да, естественно. А сегодня мы будем разбираться причины его бездействия, да, посмотрим с вами. Я хочу посмотреть, почему мужчина не действует. Возьму одну из ваших любимых колод сегодня. Вот так она выглядит. Так, что-то у нас тут. Ой, смотрите. Вот такая колода. Там у меня стерлась уже обложечка. Уже, ну, я карты сильно использую, поэтому у меня много, когда бывает износ карт предварительный. Когда вы просите, Юля, а погадайте на той колоде, погадайте на этой колоде. Но столько, сколько я на них работаю, у меня просто уже... Я беру колоду, а она уже все, да, смотрю на нее. Ну, с такой колодой, это как, знаете, с очень неопрятным каким-нибудь штанами прийти куда-то. Так, а у нас есть свечка. Что-то я ставлю еще одну свечку. Две не надо. Так, хорошо. Сигнификация ваших отношений. Посмотрим, что он там молчит, сидит, да? Не действует. Сигнификация отношений с мужчиной вылетает у вас кармический партнер. По иерофанту мужчина у вас кармический человек, который достаточно поменял вашу жизнь, так скажем, очень сильно поменял. На до и после, да, что называется. Еще. Я вижу расставание. Здесь карта... Ну, как бы и одна, и другая говорят о том, что есть два старших аркана. Окончание отношений, друзья мои. Именно окончание отношений. Это когда уходит мужчина, да? Даже если это в паузе, все равно это как окончание, потому что сейчас, в данный момент, отношений нету. Сигнификация такова. Поэтому смотрим дальше только те, у кого реально нету отношений. У кого есть отношения. Где есть какое-то общение. Вы можете, конечно, прослушать расклад для того, чтобы почерпнуть какую-то информацию, но будьте осторожны с информацией, тогда она у вас не проиграется на 100%. Все остальные, дорогие мои, я здесь вижу рыцаря кубков, мужчина, который вас встретил и полюбил, мужчина, который встретил вас в своей жизни, и 100% это мужчина, который вас любит. А те, у кого сомнения, здесь можете не сомневаться, а те, кто знает, просто подтверждение для вас, что это действительно так. Просто он борется с вами, борется здесь, он тягается с вами. Здесь непонятно, зачем мужчина все этим, конечно же, и портит, да? Этим же он, конечно же, истощил ваши отношения. Здесь уже ничего не осталось, да, после этого. Здесь поэтому произошел раздор, разрыв. Здесь, конечно, опять-таки у меня идет треугольник, к сожалению, опять, заново, снова. У меня идет треугольник, это сигнификация ваших отношений. Это в отношениях мужчина двойственный. Он реально, явно смотрит на две стороны. Как минимум, да? Почему он не решается на действие? Сразу же раскладик. Поехали. Я сегодня возьму еще оракул. Мы с вами поработаем на нескольких колодах. Почему он не действует? Почему он не действует? Ну, реально он не действует. Очень многие из вас будут смотреть на мужчину, который живет в жизни, который, ну, слушайте, а зачем менять что-то, когда уже все устаканилось, смотрите, когда уже есть стабильность, девочки, да, когда уже есть, ну, как вам сказать, вот этот порядок жизни,
подскользнулся, упал, очнулся гипс, то вот так вот здесь и проходит. Потому он и не действует. Потому что, а что, куда спешить, когда такая встреча, да? Куда ему торопиться? Куда ему торопиться? Страхи и вообще, знаете, это человек, который, знаете, это такой вот, который в одни отношения всядется, как в торбу, и потом его оттуда клещом не вытащишь, да? По отшельнику потом он не уходит. Его надо просто выгнать. И все, по-другому он не уйдет. И во сколько вы не пишите, он все время есть. Он на связи, девочки. Сколько с ним не связывайся, сколько его не встреть, он всегда вас рад будет видеть. Без вас не хочется, а с вами тоже начинает морочить голову здесь, да? Вот, поэтому с ним и так не так, и то не так, да, получается. В связи с этим должна вам сказать по королеве мечей и по жу жезлов. Сегодня, кстати, ставлю вставочки из фильмов, то, что клиентка написала, зрительница написала на имейл, сказала, очень скучает за вставочками из фильмов. Сегодня поставлю обязательно. Так вот, смотрите, какая здесь история. Здесь вы мне идете королевой мечей. Вы, девочки, стали с мечом, с такой катаной здоровенной, и сказали ему так. Руку вот так вот поставили сюда, вот здесь. Мы женщины любим, да, так? Встретить нашего. Милый, любимый, единственный, ты половинка моя. И тут меч такой. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Хоп, уноси готовенького, да, девочки? Но у меня здесь идет королева мечей. Он не действует, потому что вы обязательно, обязательно оцените его. Вы обязательно не упустите сказать свой комментарий по поводу его действий или бездействий. Или спросите, а что приперся, да? Да, здесь. Чем не устроила жизнь твоя, тебя, что ты пришел, да, ко мне? Летят утки и два гуся, девочки. И два гуся. Потому что здесь у нас две шестерочки. Здесь мужчина в сомнениях. Страх победил мужчину. Какой бы он тут ни был у нас красавчик, да, какие бы ни были чувства, но страх сильнее и чувств, и его красавчество. Понимаете? Вот так. Давайте на эмоции посмотрим. Хочется посмотреть на эмоции. Что еще мешает? Да, ну страхи понятно. Ну, по отшельнику понятно, что он держится за то, что он уже приобрел, что у него есть уже на сегодняшний день. Еще. Еще знаете, что у него происходит? Здесь, конечно, у него жажда за счет вас, девочки, поднять себе самооценку. Но когда он в моменте вот таком сидит и понимает, что делать я ничего не могу, и отшельник рядом, то мне кажется, самооценкой тут даже не пахнет. То, что мужчина воспринимает здесь за самооценку, это немножко... Это, знаете, как говорят у нас... Ну, скажем, приведем чуть-чуть другой пример. Кто в... Я не знаю. Ну, у нас в Одессе говорится так. Кто в Киеве красавчик, в Одессе еле-еле поц. Вот эта вот фраза, она здесь подходит. Вот он считает, что он красавчик, а он еле-еле, сами понимаете, да, душа в теле. Поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы здесь ну, немножечко больше понимали про его вот эту вот... Он здесь на каком-то энтузиазме, на каком-то коньке сейчас едет, да, в позе ласточки. Так вот, я здесь больше сказала, что бездействие его вот от этих эмоций, что он сейчас такой молодец, вот ждет его какое-то чудо, вот сейчас чудо произойдет, здесь прям реально чудо, да, вот должно что-то случиться. А оно не случается, ну потому что какое чудо? Чуди сам взрослый дядечка, который себя останавливает, боится быть отвергнутым, девочки. Остановка от, да, боится отказа.
человек боится отказа. Боится быть не в удел, что он не нужен, что здесь недостаточно будет ласки к нему, что вы его встретите, да, что он откроется вам, а вы его встретите, знаете, как будто бы там, с каким-то этим таким с плеткой такая женщина стоит у двери. Да, интересно. Еще причина его бездействия. Ну, он ждун. Ждуняра просто. Вот что вам тут сказать. Ждет. Ну, пусть ждет себя. Он ждет королеву жезлов. Что его кто-то придет, начнет откачивать, скажет, милый. Когда вы будете трясти его, как, знаете, в бриллиантовой руке, говорит, Сеня, откуда? Он говорит, оттуда, да? Чтобы вы его трясли бесконечно здесь. И выясняли с ним отношения. Королева жезла. Чтобы вы все время приходили. Любви-то хочется. Вашего внимания-то хочется. Но хочется, чтобы вы делали эти поступки. Что за мужчины пошли? Давайте вот сейчас я... Это не... Мальчики. Это не про всех. Не про всех. Но! Фраза. Мужчины перевелись, сегодня как никогда актуально. Потому что реально мужчин, которые не перевелись, их осталось вот на одной пальце, на одной руке, вот это достаточно пальцев будет, да, чтобы женщина за всю жизнь встретила столько мужчин. Вот знаете, я не говорю, что женщины здесь святые все, мы не святые, бывают такие, что за них стыдно просто. Но мужчина, конечно, нельзя сказать, что куда ни плюнь, везде гусар сидит, понимаете? Аж кишит вот такие все джентльмены, понимаете? Поэтому я бы вам сказала так. Я на этом раскладе вижу мужчину, который слишком от своего успеха здесь обалдел. Слишком у него все хорошо, слишком ему много было внимания, слишком много ему давали, вы конкретно, да, и он привык, это привычка, что кто-то сейчас придет и начнет меня тут стимуляцию делать, да, откачивать меня, то в рот дышать, нос закрывать мне, да, то здесь откачивать, делать мне вот это вот массаж сердца, да, поэтому по повешенному. Он закидывает маленькие знаки, что он там что-то ждет, чтобы вы сидели здесь, да, конечно, на раскладах и догадывались, да, наверное, он хочет. Или чтобы вы ходили по гадалкам, чтобы вам гадали, и вы говорили там себе, о боже, точно, Валера завтра придет, с минуты на минуту, да. Вот так как-то. Но я, честно сказать, по семерке мечей, он себя обманывает, что он вот здесь вот, ждет, что вы будете здесь от несчастья бежать, от одиночества к нему, ведь он такой король пентаклей, на нем сошелся, да, белый свет крестом, и тут вот на лбу у себя мы можем такой хрестик нарисовать, сказать себе, да, Валера пленил на всю жизнь. Девочки, мужчина с такой самооценкой здесь немножко вам будет... От меня небольшой привет, потому что вы здесь его, конечно, избаловали своими поступками, да, пришла сама еще, может быть, и там какой-то, он насолил, а вы там и ужин ему еще и встретила, и молодец, и тут шнурки отгладить, резинку от трусов пихнуть, понимаете, ну вот это вас тоже здесь касается, так что мужчину одного не будем выкладывать здесь, да, как за это, за грешника. Так, он боится, что вы действительно, конечно, загубите его вот эту надежду. Движение у многих от мужчины все-таки будет, девочки, потому что страсть, ну, выше всего здесь у него к вам. Страсти очень много, желания к вам очень много, масса эмоций к вам, масса желания что-то поменять, что-то сделать по-другому, как-то вас
знаете, промотивировать на то, чтобы вы подействовали сами, конечно. Злится, и он думает, а почему вы не действуете? Вот я вам хочу сейчас сказать, вот вы не общаетесь, вы думаете, его вина, он что-то там понял. Ни хрена он не понял. Он сидит и думает, а почему вы не действуете сейчас? А что сегодня поменялось? Раньше действовало, а сейчас что-то поменялось. Так вот, что поменялось? Прямо интересно мне уже. А что же все-таки вы поменяли? А вы привязку, девочки, рубите. Вы пытаетесь избавиться от него. Вы пытаетесь привязочку здесь выключить, да? Отлично. Отлично. Он-то энергией вашей наелся, девочки. Вы выкачанная просто, как пасека. По осени, понимаете, которую выкачали. Осы приехали, все сожрали на автомобиле. Люди приехали на большом автомобиле, скачали весь мед. Понимаете? Вы просто безресурсны сейчас, я вам честно скажу. Сейчас вы только начинаете восстанавливаться, потому что вы делаете уход от дьявола. Вы отрекаетесь от этого, да, от этой привязочки, от этого пажика и по звезде, вы становитесь свои интересы. У мужчины перекрывается поток и по двойке пентаклей. Он догадывается, что вы теперь тоже можете быть не одна. Я люблю эти расклады, девочки. Без этих раскладов нету жизни. Ну, что мы будем без них делать? Эти аплодисменты, между прочим, вам, девочки. Кто у меня тут это показал свой красивый павлиний хвостик мужчине? Но он не действует. Он по луне, луна и солнце. Иногда страшно хочется действий. Но смотрите, вот эти две карты, когда у меня падают, да, это редко, кстати, сочетание, но вы должны на него обратить свое внимание. Вот смотрите, когда у нас идет луна и солнышко, мы с вами должны и обязаны понимать то, что мужчина без вас то печалится, с другой стороны, радуется, не буду говорить, ликует, думает, хорошо, что ушел, уже никто с меня ничего не спрашивает, никому я ничего не должен и не хочу, по сути, да, большого желания у него здесь нету, что-то быть должным, отдавать что-то. Поэтому здесь, конечно, у него по четверке кубков наступают моменты, когда ему хочется закрыться, да, в себе, когда он должен преодолевать вот эти препятствия, желания действий, когда он должен с собой бороться. Ну, дурак. Ну, не дурак же, девочки. Ну, что скажешь? Ничего не скажешь, да? Так. Совет от карт для вас, девочки, потому что тут все понятно, по-моему, да? Но вас буду хвалить сегодня. Очень хвалить, молодцы. Буду сегодня радоваться за вас. Ну, у вас тут есть вот... У вас много чему радоваться, девочки. У вас куча места появилось. Вместо мысли о нем у вас появилась куча пространства. Вы, наверное, даже испугаетесь от этого пространства. Сколько вам много чего можно успевать. Сколько можно не выеживаться ради мужчины. Сколько можно жить для себя. Сколько можно в себя вкладывать. Сколько времени можно потратить на свои какие-то любые моменты. Вы течете сейчас в течение себя. К себе направление вы причаливаете к себе. Не к мужчине, не к его ценностям, а к своим ценностям. Вот такие вот лайки я жду под раскладом сегодняшним. От моих девочек. Кто победил свои, смотрите. Страхи, неуверенность в себе, неуверенность в том, что я смогу это пройти, смогли и сможете еще. Сможете. Потому что карта рост. Из песни, девочки, слов не выкинешь. Тут все так четко. Ничего другого. Вот вы пишете, как можно так трактовать карты. Когда есть правильный инструмент в руках у правильного человека, все очень понятно. Как кристальная прозрачная вода. Прекрасный расклад. Вами горда, рада. Растем и ищем нормальных мужчин, девочки. Не вот это вот все. С вами была Юлия Петрова. Только вперед. Всем удачи, красоты, крутости, полная грудь воздуха и погнали покорять этот мир. Всем пока.